Легкая закуска из консервированной красной фасоли с кабачком и помидорами. Закуска получается сочной, витаминной и питательной, хорошо сочетается с мясными блюдами, угощайтесь. Расскажу, как приготовить фасоль с помидорами и цуккини. Кабачок слегка обжаривается с другими овощами, в конце добавляется консервированная фасоль, пикантности добавляют чеснок и перец, сочности – помидоры. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте продукты. Свежие овощи и петрушку вымойте, лук и чеснок очистите, консервированную фасоль откиньте на сито, промойте под прохладной водой, дайте стечь. Кабачок очистите от жесткой кожицы, лук и чеснок измельчите, пассируйте на разогретом растительном масле до мягкости, посолите и поперчите по вкусу, добавьте цуккини, нарезанные на мелкие кубики, перемешайте и готовьте на среднем огне в течение 2 минут. Добавьте помидоры, нарезанные на кусочки среднего размера, сахар, перемешайте и готовьте в течение 1 минуты. В конце добавьте консервированную фасоль, перемешайте, тушите 1 минуту, добавьте рубленую петрушку, подавайте к столу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Закуска вкусна и в теплом, и в холодном виде, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Фасоль красная, 200 грамм, консервированная, цуккини, 300 грамм, молодой, помидор, 3 штуки, лук, 1 штука, чеснок, 1-2 зубчиков, масло растительное, 2 столовые ложки, соль, по вкусу, перец красный жгучий, по вкусу, перец душистый, по вкусу, петрушка, по вкусу, сахар, по вкусу. Количество порций 2-3. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Жду вас снова.